Сегодня город Гай и Гайский городской округ – это уникальная территория. И если вы наблюдали за событиями, мы попали в число муниципальных образований, заняли 3-е место по лучшей инвестиционной привлекательности. Сегодня очень многие, малый, средний бизнес, они заинтересованы прийти сюда, потому что мы в рейтинге муниципальных образований занимаем 1-е или 2-е место по уровню средней заработной платы. И она составляет сегодня по округу около 41 тысячи рублей. И сегодня, естественно, бизнес заинтересован. Такие предложения поступали. Мы знали, что там были ограничения по подаче электроэнергии, по подаче тепла. Сегодня эти все вопросы утрясены, и инвестор, да, на самом деле хочет зайти. Мы надеемся, что все-таки он зайдет, и у жителей 8-го микрорайона и прилегающих появится новый торговый объект, в который можно будет достойно сходить, а не ездить в соседние города.